Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новую серию выживания бомжа в России. И в сегодняшней серии я попытаюсь купить себе гаражик. Для начала мне нужно сейчас немножко подзаработать. В данный момент у меня практически 1700 рублей. Чтобы купить гараж, нужно 2000 рублей. То есть мне не хватает, ну, в 300 с чем-то рублей, вот так, в принципе. Сейчас я немножко поработаю и куплю себе гаражик. Ну и, в принципе, пытаюсь, наверное, купить себе подороже одежду, наверное, в следующей серии. И также, как только я себе куплю хотя бы гараж, я наконец-то смогу работать почтальоном, там, доставлять доставки, короче. Короче, буду курьером, что-то типа такого. Ну, надеюсь, будет нормально платить там. Ну и в следующей серии я обязательно уже попробую стать курьером, наверное, или почтальоном, поэтому да, как бы. И все, можно быстренько начинать сдавать дальше наши ящики и зарабатывать наши денежки. Мне не хватает уже, в принципе, немножечко. Я немножко закупил себе еды, немножечко, но, в принципе, нормально. Так, давайте относим быстренько. Мне не хватает 200 с чем-то рублей. Давайте пока будем собирать их и... Так, будем собирать наши 200 с чем-то рублей и попытаемся купить в этой серии гараж. Точнее, мы не попытаемся. Я его точно куплю. Ну, надо выбрать какой, потому что, ну, там много вариантов, и я не знаю, какой лучше брать. Поэтому я посмотрю, и какой будет лучше, поэтому, да. Но в будущем я куплю себе, наконец-то, квартиру, о которой говорил в прошлой серии. Да, я буду копить 9000 рублей и куплю себе квартиру, наконец-таки. Будет довольно неплохо, а потом будем уже покупать транспорт, автомобили, все вот это. Но для начала нужно хотя бы купить жилье хоть какое-нибудь. Все, можно сейчас... Быстро относить, все, мне уже не хватает не так и много, 150 рублей, ну нормально, мне кажется, я сейчас быстренько все отнесу и смогу себе купить наконец-то хотя бы гараж, в котором я буду жить, ну пока что жить, пока у меня денег нету, но в принципе в будущем я смогу себе купить даже много чем, ну главное будет потом в будущем компании какие-нибудь покупать, чтобы у меня был больше доход. Ну все, можно, короче, просто таскать сейчас наши ящики. Я пока подумал, о чем я сделаю в будущем, но надо сейчас доделать все-таки то, что я запланировал, и купить гаражик. Да, покупаем быстро сейчас гаражик, только мне не хватает все равно, в принципе, на него еще парочку рублей. Ну ладно, сейчас быстро заработаем и купим себе гараж. Так, бежим. У меня быстро кончается еда, мне это вообще не нравится, но в принципе, ладно, нормально. Так, давайте быстренько дальше таскать наши ящики. Давайте другой цвет возьмем ящик, а то мне не нравится однотипно так таскать один и тот же цвет. Но, в принципе, ладно. Все, побежали сейчас еще парочку ящиков. Штучки 4, наверное, хватит. Ну, в принципе, 4 штучки, ну, даже меньше уже. Ну, хотя доход у меня сейчас какой-то есть. 25 копеек, это, в принципе, нормально. Я без ролика купил еще одного бомжа себе. И он мне принесет еще 5 копеек, кажется. Ну, я не знаю, сколько он толком приносит эти... бомжи, ну, кажется, каждый приносит по 5 копеек. Поэтому, ну, в принципе, не так и много. Но все равно нормально. Какой-то уже доход есть, и это очень хорошо. Я просто стоял, афкашил и немножко заработал денежек, именно 1000 чем-то рублей. Так, все, у меня есть уже денежки, и теперь я могу искать, где купить гараж. Так, давайте мы сейчас быстренько покушаем и побежим искать, где гаражи вообще продаются. Я не очень помню, где они продаются. И пририсовка все равно мне не очень нравится. Так, вот посмотрите... Какая прорисовка ужасная. То есть у меня стоит нормально сейчас прорисовка. Давайте посмотрим, может больше поставить. Ну, 11 нормальная стоит. Ну, давайте даже... Хотя, в принципе, я поставил на 1 больше. Вроде бы даже лучше стал прорисовываться, но... Ладно. Это не гаражи. Мне нужны гаражи. Вот они. А, нет. Это не гараж, это какой-то сарайчик. Мне нужно... Ух ты. А я смогу такое купить, интересно, в будущем? Так, это полицейский участок или что это? Кажется, да, это полицейский участок, но мне нужно гараж. Где продаются гаражи, я что-то не очень помню. Давайте пока побегаем по городу, поизучаем. И одновременно найдем. Так, здесь продаются машины. Мне сейчас машины не надо. Кинотеатр. Кстати, я бы сходил в кино, но ладно. Так, побежали. Поищем дальше наш гараж. Мне нужно найти, где продается гараж. Я что-то не очень помню, где они находятся. Я уже бежал много, вроде бы полгорода, но пока не нашел его. Ну, не знаю, сколько я пробежал толком. Ну, мне интересно вообще, в принципе, сколько там сейчас... Все вроде бы стоят по 2000. А надо посмотреть, какой лучше для меня будет. То есть, где мне удобнее будет бегать. Ну, надо бежать сейчас, короче, искать его. Так, у нас здесь стояночка какая-то. А, нет, здесь машинки продаются. Я надеюсь, в будущем смогу такую машину купить себе. Очень на это надеюсь. Но, ладно, бежим просто сейчас искать, где продаются гаражи. Мне очень нужен гараж. Да-да-да, буду там стоять и
Кстати, я заметил одно, то, что сейчас ночь, и меня не бьет вот это от холода. Значит, все нормально. Так, мне нужно понять, где гаражи, до сих пор не понимаю. Так, мне нужно сейчас покушать, в принципе. Так, давайте зайдем в магазинчик, купим хотя бы еще 20 штучек вот этого доширака. Мне на него как раз хватит, он стоит 20 рублей, а у меня, ну, есть лишние 30 рублей. Все, покупаем. У меня почти стак доширака, это достаточно много. Но он быстро кончается. Вот, блин, это очень плохо, конечно, но ладно, побежали. Искать дальше наш гараж. Вот они, гаражи, все, я нашел их. Так, давайте посмотрим, какие удобнее будут. Так, вот здесь люди вообще есть, но стоит все по 2000 рублей. Так, давайте найдем самый хороший. Так, но они вроде бы все практически одинаковые. Да как практически, не все одинаковые. Просто, хотя нет, не все, ну хотя вроде бы все одинаковые, но... Не, некоторых меняется просто... Ладно, давайте найдем... Так, вот этот самый лучший будет, мне кажется. Да, вот этот самый лучший, 2000 рублей. Вот здесь, вот такой гаражик. Так, берем и покупаем. Все. Теперь у меня есть гаражик, в котором я смогу жить. Довольно неплохо пока что. Так, я спать здесь не могу, конечно же. Ну ладно. Так, теперь можно бежать сейчас дальше. Что-нибудь поделать, наверное. Давайте мы сейчас сходим, поизучаем, где вообще что тут продается, наверное. И давайте пособираем немножко тут монеточек. Монеточки будем собирать. Давайте вот так поломаем сорняки и соберем парочку копеечек, точнее. Все. Давайте еще немножко поработаем, в принципе, купим побольше, наверное, чего-нибудь, не знаю чего, но чего-нибудь куплю. И давайте сейчас быстро собирать дальше наши ящики, точнее, будем таскать ящики. Так, бежим быстренько, относим ящики. Я не знаю, на что я сейчас буду копить, но у меня есть уже 50 рублей, достаточно неплохо, конечно. Так, собираем и таскаем наши ящики. Ну, доход у меня... Давайте купим в этой серии, наверное, еще одного бомжа. Мне очень хочется купить нового бомжа себе, чтобы у меня доход был побольше. Я мог быстрее накопить себе на свою мечту квартиру. Поэтому, да. Давайте сейчас будем копить на нашего нового бомжа. Именно... Я не знаю, сколько сейчас у меня бомжей. Вроде бы их у меня 5, как я понимаю, по 5 копеек. Но в этом я не уверен. Надо будет посмотреть. Так, мне надо накопить около 280 рублей, вроде бы, как я помню, но давайте сейчас быстренько так пособираем, относим пока наши бутылочки. В сегодняшней серии я буду просто работать и, ну, зарабатывать денежки, короче. В следующей серии я буду работать уже почтальоном, ну, или кем-нибудь там разносчиком еды и все такое. Поэтому, да, ну, следующая серия выйдет завтра, как обычно, поэтому... Обязательно поставьте лайк на эту серию и на следующую завтрашнюю. Обязательно зайдите и посмотрите ее. Все, теперь давайте таскать наши ящички. Так, быстро погнали таскать наши ящики. У меня есть уже 150 рублей, ну 170 уже рублей. Неплохо такой доход, 15 рублей, ну в принципе неплохо. Так, быстро собираем и таскаем наши ящики. У меня еда, конечно, быстро кончается, но в принципе я, наверное, смогу быстро себе купить... побольше еды, если... И получше, наверное, даже хлеба лучше куплю. И сколько там хлеб, интересно, стоит? Я чуть не посмотрел. Ну, ладно, давайте пока покушаем вот это. Быстро так, кушаем. И сейчас дальше собираем наши ящики. Так, человек пытается их сломать зачем-то, я не понимаю зачем, но ладно. Так, быстренько относим наши ящики. У меня уже 225 рублей. Мне нужен доход повысить хотя бы когда-нибудь до 1 рубля. Но это неплохо, Боба. А бизнес будет мне приносить там побольше вроде бы. Бизнес, конечно, должен приносить мне побольше. Он там столько стоит, что если будет приносить мало, это будет, конечно, фигово. Ну, в принципе, ладно. Давайте сейчас пока отнесем наши ящики. Так, блин, сколько тут народу, это очень мешает сильно, но ладно. Так, у меня уже... все. Давайте последний ящик относим и побежим сейчас, наверное, в тот подвал, где продаются бомжи. Все, у меня есть 278 рублей. Сейчас немножко еще подкопится, ну и мы сможем все-таки купить. Так, и подвал вон там. Так, бежим быстренько. Я хочу хотя бы мотоцикл, хотя бы какой-нибудь, но лучше сначала купить... Что сначала купить бы? Ну, что-нибудь куплю, короче. Надо сначала будет, наверное, одежду поменять. Я хочу уже получше, а то я в какой-то фигне хожу тут. Ну, мне нужно купить подороже одежду. Так, быстренько покупаем себе нового бомжа. Да, он приносит по 5 копеек. Ну, в принципе, 5 копеек не так и много, но нормально, мне кажется, хотя. И что ж, давайте сейчас побежим пока, побегаем просто. Давайте посмотрим, что где есть. И еще раз сходим, посмотрим на ту квартиру, в которую я хотел купить. Ну, пока на нее денег, конечно, нету, но... Ну, мечтать не вредно, в принципе. Так. И давайте просто туда поднимемся сейчас и посмотрим.
Можно присесть на лавочку, в принципе, вообще. Я на лавочку хотел, а не сюда. Вот так посидим пока, посмотрим. Так, все, ладно. О, бутылочка, давайте соберем одну бутылочку. Так, и побежали, наверное, поднимем сейчас наверх. Так, это не доширак, ребят, не смотрите. Это не доширак. Итак, и давайте поднимемся, еще раз посмотрим на самую квартиру, на самую лучшую квартиру, которую я хочу купить. Я не знаю, что тут можно вообще где-нибудь еще купить квартиру, в принципе. Если можно, то я поищу, наверное. Я, наверное, без серии просто погуляю по городу, может, поизучаю немножко, может, найду еще получше квартиру. Но пока меня полностью устраивает вот это, которое я хочу купить. Где она тут? Вот, девяточку, да. Здесь уже кто-то живет. Лед, ты офигел? Это моя квартира, ты что, вышел отсюда? Ну, еще не моя, конечно, но, в принципе, будет моей. Так, тут еще народ сидит вообще. Вы что тут делаете? А, это один чувак, ну ладно, в принципе. Ладно, я не знаю, что в этой серии можно что-нибудь еще сделать, короткая серия, ну ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, надеюсь, вам понравился. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и будете ждать новую серию «Бомжа в России». Всем, ребят, удачи, всем пока-пока!